Aquí menciona que el deseo de recibir entiende que vale la pena. Тут было упомянуто, что желание получать понимает, что ему стоит исполнить Тору и заповеди. Entre ver la grandeza del Creador dentro del deseo de recibir y verlo por encima de la razón, la grandeza del Creador. В чем разница между тем, что видеть величие Творца внутри желания получать и видеть его выше знания? Почувствовать. Ну, хорошо, можно сказать «видеть», но это не является материальным зрением. Почувствовать желание получать, почувствовать величие Творца внутри желания получать напрямую — это психология. И если мы раскрываем это в таком виде, называется, что мы раскрываем его в знании. И это называется, что мы религиозны, люди, которые верят. И таких есть у тебя несколько миллиардов в мире. Что нет постижения здесь, а есть какое-то внутреннее убеждение, что так мы находимся в связи с Творцом, с высшей силой. Если мы говорим о постижении, каббалистов, так мы уже говорим о том, что мы меняемся, люди меняются, что они приходят к силе бины внутри и в себе, и тогда они чувствуют в себе, как раскрывается сила бины, новая природа, сила отдачи, любви, соединения. И она становится больше, выше, предпочтительнее силы получения. И тогда это называется, что мы находимся в вере выше знания. И в наших статьях мы в особенности изучаем, как мы можем предпочесть силу отдачи силе получения. Вера выше знания.